палатки, знамена. Казачий лагерь разбили ребята со всего Анапского городского округа. В программе сборов комбинированная эстафета с военными элементами, перетягивание каната, другие командные игры, а также смотр строя и песни. Сегодня казачат прибыло 320 человек. Это для нас имеет большое значение. То есть идет прирост в казачьих одесских классах. Казачата – будущие патриоты нашей Родины. Вот здесь они показывают, чему их научили в казачьих классах казаки-наставники. Всего в казачьих классах и группах в городе-курорте, а также в сельских населенных пунктах занимаются порядка 1200 мальчишек и девчонок. Мероприятие проводится 4-й год подряд. Его организуют казаки совместно с городской администрацией. В школах города-курорта Анапы и Анапского района происходит воспитание, организовано воспитание на историко-культурных традициях казачества. Большое значение имеет это для патриотического воспитания будущего подрастающего нашего поколения. Тех ребят, которые в будущем будут защищать нашу Россию. Сборы продлились 2 дня. По итогам казачатам выставили оценки. В воскресенье вечером они были уже дома с новыми впечатлениями.